Еще о событиях в мире. Евросоюз планирует увеличить лимит цены на газ. Это необходимо для предотвращения энергетического кризиса зимой. Представители объединения намерены утвердить предельную стоимость в начале нового года. Сейчас стоимость голубого топлива на 90% ниже, чем в прошлом году. Однако из-за геополитической ситуации в мире существует риск того, что зимой цены на сырье снова вырастут.